Так, ну что, всем привет, продолжаем играть Супер Пипо. Так, мне тут интересно, а можно как-то зайти в режим тренировки, не тренировки, это называется, обучение еще раз? Вот где-то можно было, нет? О, рейтинг заработал. Нихуя себе. Так, ладно. Шоу сюда. Поглядим. Вроде можно было, нет, после обучения зайти еще раз. Вроде нет. Я не помню. Ладно. Ждем. Как там еще? Сыграна сюда игра была. Еще неделю назад, наверное, когда там. Понятное дело, выиграли. Складок. Точнее, складок, где мы вдвоем были. Так. Класс. Замечательно. Нам дают подрывника, я им еще не играл. Я бы хотел сменить, наверное. Хочу снайпера. Тут что у нас? А сколько времени до запуска осталось? Просто я хочу снайпера. Стрелок, это который мы играли. Как выглядит снайпер-то хоть? Вот снайпер. Так, а стрелок это, да? Подтвердить. Бесплатно два предмета можешь закинуть. То есть не могу два таких положить. А, могу? Подожди, а почему тут лок стоит? Могу прицел X8 какой-нибудь, могу, да? Матч скоро начнется. А, нам предлагают еще раз определиться, да? Точно, точно ли я хочу снайпер? Да хоть почитаем, что хоть у него. Урон при прицеливании в течение 1 секунды 20-40%, да, будет? То есть важно нам вот это максить. Потом здесь урон скрика еще 40% и... А, штурмовая винтовка, она нам особо не надо. ХП. Бомбардировка. А нафиг за снайпера бомбардировка, что за прикол? Че, блин? Так, ладно. Меньше шагов слышно, звуки, да? И скорость... Пригнувшись или на пузе ползком больше. Хм, интересно. Ладно, погнали. А что, тебе ролика не показывают? Раньше показывали ролик. Какой-нибудь на край зоны, я думаю. Раньше показывали ролик, почему его отменили. Прицел смешного человека. Один снайпер, то есть я единственный снайпер в карте, серьезно. Жесть. Единственный снайпер в карте. Вот это жесть, конечно. Играем, кстати, на ультрах. Здесь на видео все это видно.
кстати, как будто подлагивает, нет? Мне кажется. Это вторая игра у нас. Я одну игру тогда все играл. Это вторая. Такая зона даже, да? То есть, в принципе, даже вот сюда, наверное, полетим. Почему так? Мне кажется, ли это прогрузка какая-то идет, или что это такое? Подожди, может дальность прорисовки убрать? Что за бред? Дальность видимости, окей, давай сделаем вот так вот. Может из-за этого? Слишком далеко прогружается у нас из-за этого что-нибудь. Так, что-то мне не нравится. А что такое? Что произошло? Все же нормально было. Текстуры, тени. Так. Странно. Да, вот так надо. Бонус за выживание. Так, а что, дадут колобилку? Очков здоровья. Блин, нафиг они нужны мне. Миник, наверное, думаю. Пока на свой набор не назову там, нет смысла что-то крафтить, я так понимаю, потому что. Подожди, а что не забрал я? А, тут еще руины. Я могу скрафтить. Вот это, наверное, можно сделать на самом деле. А вот рюкзак это пока делать не буду. А, у меня X2 был прицел. Так, ну за зону мы не побежим, понятное дело. Машина... А, ну это поломана машина. Сейчас сколько набор, кстати, приезжает, интересно. Бонус за выживание. Получено поглощение звука. Серьезно, два раза, два этих взял. Да, ну ладно. А, у нас места нету, да, я так понимаю? Ну, X2 вряд ли мне пригодится. Рюкзак пока не хочу крафтить, вот реально. Я хочу дождаться, когда нам что-то... Когда выпадет что-то. Они в зоне, что ли? А, ну да.
сколько зона там пойдет? Минуту. Прибыл. Во. Супернабор. Отлично. Вот сейчас решим уже, что нам надо. Ой, с 8 будет, все, ни хрена себе. Получена суперспособность. Так, все замечательно. Получена модификация Шаве. Так, это нам ничего не надо. А, патронтаж, наверное, нет. В принципе, все хорошо. Гранату. Так, что получается? У нас какие эти, да, нужны патроны? То есть это не надо. Это, в принципе, тоже куда 200 патронов. Нам этого за глаза хватит, как говорится. Получена мина-ловушка. Зона идет, кстати. А золото ведь никак не подсвечено, да? Шлем. Где, шлем не забрал, что ли? Я походу шлем... Тихо, подожди. Я походу шлем не надел. Какого черта? Подожди, как так? Подожди, не вижу, не понял. А где реально шлем? Ну-ка пойдем за зону немножко, пофиг. Я шлем не забрал. Почему у меня шлем такой? Что за прикол? Бонус за выживание. Получено прямое попадание. Короче, шлема не было, походу, да? Или что это такое? Забавно. Походу, шлема-то не было. Интересно. Все на хедшоту я могу получить запросто, такой неплохой. А что нам нужно для шлема? Стреляю, да понять не могу. Из дробовика, что ли?
Понял. Чё, на крыше, блин? Ладно, побежали, попал я в него. Не в голову, видимо. У меня шлем хреновый, вот чё. Пойдем посмотрим, может в дропе шлем будет. Блин, хрень какая-то. Бонус за выживание. Получена модификация КАР-98К. Так, ладно. Чё в красном? Мне казалось, их как будто бы двое там сидит. Вроде мне казалось, что не в красном изначально было, нет? Вот, шлем крафтим. Чё, просто катается. Так. Что все катаются, блин? Дроп здесь упал, еще один. Как понять, вот эти нужны материалы или нет? На них уже такая штучка стоит. Может быть, они не нужны, можно выкидывать их. Как его поймешь? Так, это значит аптека, которая 80 хп хилит, не фу, да? А это на фу. Угу. И можно забиндить, понятное дело, их. Блин, давай пока забиндим, что ли. Так. Только клавиш. Бинты, например, по крайней мере. Надо забиндить. Так. Еще предметы. Бинты. Бинты на F. 98 патронов на К. Понимаю. Ой, можно выкинуть, я думаю. Есть это ж мала ловушка. Двести двадцать два. Ну, как бы не ваншот, конечно, но.
Хотя у нас на максимум прокачано все, да. Нам только винтовку бы. Героическая, да? А как следующий? Еще шестой, седьмой уровень есть, по идее. А я что, в гилике бегаю, что ли? Я еще и в гилике, ёптуда. Неплохо. Да, в зоне посидим еще здесь. Пока что. Бонус за выживание. У нас не фул хп. Усилитель. Кстати, не фул хп почему-то. Че за фу? Почему не фул хп? Так, усилитель на четверку. И что, как, что делать, нажать? То есть надо взять в руку его, да? По звукам не очень понятно, сквозь студию. Подожди, там... это край зоны. Чё? Что произошло? Пробежал кто-то, да? То есть слева и есть вот здесь где-то еще. Как оглушителя нет, я пострелял, а так что? Я ничего не слышу, то есть это сердцебиение, видимо. В дом зашел, что ли, понятно. Вот вот это. Или просто мимо прошел. Ну это потому, видимо, стреляют. Никак его не зараза не видно. За выживание. Так, надо двигаться. Ловушка. Чего пасет его, видимо? Звуки прям все хорошо слышно, то что он этот юзает. То здесь враг и там врага никто не убивает почему-то, с этой стороны. Ладно, когда пойдем в зону с батончиком, завяжу. Еще дроп падает на краю. Так.
ползать стрёмно. Видно в траве. Бонус за выживание. А кто выжил? Этот выжил, да? Ну, человек молодец сделал. Не попал в него, лаганул или что это было? Или я попал? Серьезно? Он увидел меня? Каким образом? Каким образом он меня увидел? Ясно. Бонус за выживание. Ясно. Очередной читер. Да в этой игре уже читаки появились, серьезно? Так, ладно, окей, не важно. Ну, пусть будет. Так, ладно. Давай понаблюдаем. Его убили в итоге, да? Его в итоге убили. Запущен ядерный снаряд. Ну, видимо, в этой игре трава, я не знаю. Либо трава такая хреновая. Нафига тогда нужна вообще трава, я не понимаю, в этой игре, если не работает. То есть я в гилике лежу в траве, и он меня увидел каким-то образом. Хрен его знает, как увидел. То есть, что меня просто увидел в траве? Нахрена тогда в игре нужна трава, которая не работает? Трава это укрытие. А если укрытие не работает, зачем оно нужно тогда в игре? Блин, бред какой-то, блин. Вот это реально был бред тогда. Если меня реально видно было, то это тупо. Давай посмотрим. А, я могу посмотреть, да, как меня именно человек увидел? Ну, трава по ощущениям вроде нормальная, да? Он прям реально край смотрел все это время. А чё он на край смотрел? Ну ладно. Подожди, не видно? Реально не видно, подожди, стоп. А, не, вон я ползу с краю, видно. Да, увидел. Вообще не видно на самом деле, вообще реально не видно. Не-не-не, тут трава работает, реально не видно. Не знаю, как от третьего лица вид сверху уже было бы видно, но так не видно. Как меня заметил, я хз. То есть он, по идее, должен был смотреть вверх, как бы, а он посмотрел направо в нижний край, угол прямо вперед. То есть именно тот пиксель, в котором меня видно было. Ну, то есть это, ну, так, что ли? Ладно, в общем, сейчас спасибо всем пока, вот так и побегаем. Неплохо. Правда, ни в кого нам не попали. А где, подожди, статистику посмотреть? Есть какая-то статистика вообще матча? Вот интересно, например, статистику матча, сколько урон нанес. Как это посмотреть? Или это не обновилось еще? Вот здесь должно быть. То есть статистика по нулям вообще. Так вот, подожди, вот так. А, вот, наверное. Матчи средние, да? Ну, посмотрите, сколько урона нанес. Средний урон 61. А, ну вот один раз. Это видимо как на. То есть я реально не попал в чело.
То есть он в упор со мной был, я целился в голову, он стоял на месте. Видимо, в тот момент, когда я выстрелил, лагануло что-то. Из-за периодически тут лагерь, какие-то фризы периодически какие-то непонятные. Странно, до этого где играли на ультрах, все замечательно было. Тут что-то я не знаю. Странно как-то. Оно обновление было недавно. Может, не одно даже. Может, из-за этого что-то проблемы тут. А я что убрал? Я дальность убрал, да? Но вообще, когда я применить кнопку нажал, то это... А, я обратно поставить не могу. Понятно, не хватит. Так. Ну ладно, нормально. На 61, а почему так мало на 61, у меня 200 с лишним урона, я на 61, но это не в голову на попал, человек, на который на крыше был, да, получается, ладно, нормально.